друзья, мы на стенде компании Mixed Marine, официального дистрибьютора приборов Raymarine в России. И с нами лучший специалист по этим приборам в России, Вадим Казанцев. Вадим, привет. Расскажи нам, пожалуйста, довольно кратенько, мы снимаем такой обзор, бегаем по всей выставке. Что нового у компании Raymarine, чем она может похвастаться в 2018 году? И я так даже намекну, очень многих интересует, я знаю наших читателей, наших подписчиков, интересует прибор Axiom и тот 3D, который в нем реализован. Расскажи, пожалуйста, об этом. Ну, Raymarine выпустил в прошлом году, правда, приборы серии Axiom, несколько вариантов этой серии Pro и обычный Axiom. Отличаются они кнопками, либо один на сенсорном управлении, чисто сенсорном управлении. Во всех приборах есть объемные колодки трехмерники, реализованы они с одного датчика. Датчик имеет гироскоп внутри, удерживает крены этой даже лодки до 35 градусов. То есть, как бы, лодка не Я тебя прерву, да. Это очень важный параметр, который очень часто опускают продавцы приборов рыбопоискового оборудования. Да? То есть дело в том, что когда лодка шатается, допустим, на волне, я буду простой язык применять, доступный для максимального количества зрителей, да, то происходит искажение лучей, да, и четкость картинки, точность картинки сильно страдает. Вот в датчике, который отвечает за картинку 3D в новых приборах Raymarine Axiom, встроена система, встроен гироскоп, который нивелирует эти колебания, и поэтому то, что мы можем видеть на экране и запись лога, да, это самое-самое четкое на сегодняшний момент, самое лучшее изображение. Крайне важный параметр, о котором следует обязательно знать и упоминать, и думать при покупке прибора. Извини. Там еще нюансы есть, но ладно. Нет, давай про нюансы, это самое интересное. Не, но есть приблизительно такая же система у Фурмана, допустим, но там это реализовано с помощью отдельного датчика. Гироскоп тоже самое. Фуруна, к сожалению, для России это вообще космос на сегодняшний момент. Я приоткрою секрет. Это самое бюджетное решение, скажем. Да. Фуруна — компания, которая совершенно находится в другом измерении. Вот. У нас, кстати, будет скоро катер, на котором мы будем устанавливать Фуруна с вот этой с решеткой фазированной, датчиком, который аналог Panoptix и Гарминского и так далее. Будет очень интересно. Если хочешь, приезжай, посмотри. Я знаю, что ты этим интересуешься, поэтому welcome. Окей. Так, и дальше. То, что касается непосредственно Axiom. Объемная картинка. Прибор имеет внутреннюю память, что позволяет записывать определенное количество информации на внутреннюю память, оставлять карту объемную, рельефа дна. То есть вы можете проходить, записывать эту карту и уже видеть практически там, ну, целый водоем и анализировать это все вот прям непосредственно с дисплея. Вот. Видеть, где ваша лодка находится, видеть все изменения неровностей каких-либо. Можете там. Вот пупочек. Да, вот пупочек, видите, где вот рыба. Да, вот где рыба находится непосредственно. Если кто троллингом занимается, очень важно, соответственно, видеть какие-то там бровки, еще что-либо, четко вдоль них курсировать. То, что цветовые палитры какие, в каких отображается рыба. Рыба — это вот точки эти вот. Здесь у вас два варианта отображения. Это либо по глубине нахождения объекта, либо по степени, по мощности отраженного сигнала. То есть, по размеру рыбы. По размеру рыбы, совершенно верно. Чем крупнее, тем она более красная. Чем меньше, тем она загорится. Еще одна особенность приборов Raymarine, которой, допустим, я могу сказать, у других приборов на сегодняшний момент нет. То есть вы можете просто по цвету определить размер вашей добычи. И не ловить каких-то маленьких рыб, а ловить сразу больших. Да, есть такое. Цветовые палитры, соответственно, как у всех производителей, не настраиваются на ваше уже усмотрение, что глазу приятнее. Вот. Дальность захвата непосредственно для построения объемной картинки, она выбирается в ручном режиме, то есть за проход можно выбрать там до 300 метров. Но
единственное, что это очень сильно зависит от глубины, при малых глубинах, если есть какие-то там пупки, понятно, за пупками, да, мне еще понятно, там не понятно, возникают тени просто. Да, да, да. Да, возникают тени. Здесь нужно сужать и более детально обрисовывать. Очень мощная картинка, она занимает наверняка огромное количество памяти и процессора. Да? Вот я очень много говорю о том, что на сегодняшний момент главный недостаток приборов, которые мы используем для рыбалки, это слабость процессоров. Скажи, насколько здесь сильный процессор стоит? Четырехъядерный здесь стоит, 3800, 16 гигабайт оперативки DDR5. Ну, то есть мощнее только в iPhone. Ну, это да. Очень круто. И отдельный графический, соответственно. И еще отдельный графический процессор. То есть два процессора отвечают. Притом я замечу, компания Raymarin об этом практически не распространяется и нигде не говорит. То есть для них это обычная история. Да, подумаешь, у нас два процессора. Когда вышел Carbon, мы об этом узнали все. О, два процессора, два процессора. Здесь, ребят, это уже, ну вот, это сегодня, вчерашний день, 17-й год. Все есть. Хорошо, Вадим, я благодарю тебя за интересный рассказ. Еще приду к вам обязательно на стенд пощелкать, поговорить, потыкать, как говорится, да, в эти приборы. Вот. И я надеюсь, что наши зрители оставят свои вопросы к тебе в комментариях, и ты заглянешь к нам на канал и обязательно на них ответишь. Отвечу. Вот. Спасибо большое. Еще раз. Счастливо. Всего.